Проверкой мужского здоровья сегодня занялись и врачи тюменских поликлиник. Причем без записи, без очереди и бесплатно. Во время акции «Доктор с вами» пройти профилактический осмотр мог любой желающий. Между тем, уже 2 года акция работает по 4 направлениям. Евгения Зубцова расскажет о том, как часто выявляют болезни. Раньше к урологу приходилось по какой-то... Первый раз в жизни. Но обратиться к врачу Виктору Александровичу все же пришлось. Обычный анализ крови показал, в организме идет процесс воспаления. Мужчина не стал медлить и сразу пришел на осмотр в поликлинику. Я всем мужчинам после 40 лет рекомендую проходить уролога. Я уролога прошел первый раз в 70 лет и вот столкнулся с такой проблемой. Мне, конечно, не хочется говорить, но мужчины должны понять. Поймут многие. За 2 часа акции «Доктор с вами» в 12-й поликлинике врача посетили 15 мужчин. И всего 2 урологически здоровы. Специалист проводит осмотр и консультацию, отправляет на анализ крови, если есть показания на УЗИ органов малого таза. Сами знаете, какая настороженность в наше время к онкозаболеваниям, потому что... Отмечается рост. Но рост отмечается не потому, что еще вот много больных, а потому что улучшается диагностика. Результат дают и подобные профосмотры. Акция «Доктор с вами» впервые прошла в июле прошлого года. Тогда ее посвятили онкологии. Сегодня направлений больше. Прибавилось мужское и женское здоровье, сердечно-сосудистые заболевания. С начала 2018 года уже обратилось более 200 человек в нашу поликлинику по различным акциям. И выявили мы уже 57 заболеваний, вот впервые выявленные заболевания. Прием врача длится 15 минут. Время, которое может изменить жизнь. В прошлом году обследования прошли 2300 человек. В итоге более 500 из них поставили на учет. А казалось бы, многие пришли ради интереса. На всякий случай, да. Так-то не жалуюсь ни на что. На всякий случай надо пойти. Поначалу акцию «Доктор с вами» проводили не во всех поликлиниках города, но ее успех был очевиден. И с октября 2017-го подобные профилактические осмотры проходят и в отдаленных районах Тюмени. Например, Метелево, Березняковский, Рощино и Плеханово. До конца года пройдет еще 4 акции по всем направлениям. Тюменцев ждут в поликлиниках. Ведь, как известно, лучше предупредить, чем лечить. Евгения Зубцова, Сергей Мякишев, «Тюменское время».